Дорогие дамы и господа, сегодня мы опять рассматриваем посылку из Китая. Тут написано Латвия Юлгава, Евгений Семенов. Так, что у нас там еще-то? Бла-бла-бла. Какие-то там Twizzers Tools, короче. Я точно не помню, у меня на самом деле было очень много заказов с AliExpress. Не знаю, нравится мне AliExpress, короче, удобно. Сейчас посмотрим, что это делает. Ну, я подозреваю, что это как раз один такой маленький приборчик, чтобы снимать стрелки с часов, учитывая то, что я часами занимаюсь, как я неоднократно говорил, то возможно это. А возможно и не это. Сейчас посмотрим, тут все тут. Друзья из Китайской Народной Республики очень хорошо все запаковали. Сейчас посмотрим. Нет, это пинцет. Твизер пинцет. Я недавно совсем тоже заказывал, короче. Это, кстати, очень хорошая штука для упаковки. Пинцет, да, было дело. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Сравним с тем качеством, которое у меня есть. Легкий металл. Ну тут, конечно, это написано, что типа швейцарский стандарт. Байпек Квин Ветус. Хер его знает. Мне, честно говоря, ими тяжело ничего таскать не надо. Этим пинцетом мы будем с помощью них ремонтировать часа. Что такая штука, пинцетик. Цена у него была, чтобы вам не соврать, вес 0,33, total value 30 центов, что ли. Короче, он мне походу 3 января отослал, короче, эту тему. Вот если присмотреть, если я не ошибаюсь, Sender Signature, это панк Ксихуа, 2016 год, получается, январь, 3 января он мне отослал, 19 тема уже пролетела. Цело очень быстро даже. Спасибо, товарищи китайцы, вы нам очень помогли. Да, пинцет нам реально пригодится, с наконечником вам как раз. А, кстати, я вам... На самом деле, я не помню, показывал или нет. У меня тут разные часы, короче, есть, да. И я коробочку вот так вот себе купил одну небольшую. Здесь у меня много разных электроники всякие есть, которые предстоит оживить. Только не помню, даже, наверное, какая-то из них позолоченная. Фиг его знает, ну ладно, бог с ним. Вот, и мне как раз вот в связи с тем, что занимаюсь часами, свободно от работы время, так сказать, я все время, мне вот требуются разного рода пинцеты иногда, это очень большие, на самом деле. А, есть у меня, я купил в магазине где-то, не помню, за 2 евро, что ли, тоже типа швейцарский стандарт. Кхаона называется пинцет кривой. Вот такие изогнутые, это тоже очень удобно. Но мне нужен был еще и прямой. У них тоже такой же наконечник, короче, есть. Хоп. Очень так прикольно. И вот еще будет еще один пинцет для такого дела. Вес у них, судя по упаковке, 33 грамма. Ой, даже какой 33? 3. Не, да, 33 грамма, короче, получается, да. Или 3 грамма. Ну, короче, они не тяжелые, нормально. Тут какой-то мусор металлический, правда, есть. Их, видимо, со станка как сняли, вот видите. Видимо, как со станка сняли, так и зафигачили. Ну ладно, бог с ним. Главное, чтобы они не работали, а это все это. Или это потом уберу. В общем, такой небольшой обзор. Я, честно говоря, думал, что мне другая штука придет. Ну ладно, бог с ним. Вот. Если что, можете смело, короче, заказывать.
такие пинцеты. ST14 у них размер. Кривой пинцет у меня для часов TS15. Ну да, у китайцев есть то, что они, короче, любят сидеть с этими цифрами мудрить. Но с другой стороны, китайские некоторые вещи тоже очень можно использовать для работы. В общем, кому надо, ссылка будет в описании на данного продукта. Можете смело заказывать, если вам надо. И наслаждаться, так сказать, работой китайскими производителями. Небольшой обзор, но всего хорошего. Подписки, вот эти вот пальчики вверх тоже, кстати, очень помогают. Спасибо вам большое. Если вот так вот еще раз сделаете и подпишитесь, будет вообще прекрасно. А я постараюсь, в свою очередь, в новом году видео записывать без ненормативной лексики, чтобы не раздражать вашу нервную систему лишний раз. Не обещаю на все 210%, но буду стараться. Это был Джедай. Йоу.